Да, смешанное как-то, не знаю, чувство. То есть, и как бы были и положительные моменты, были отрицательные моменты. Где-то было, не знаю, то есть, ну, не было уверенности такой сильной, наверное, в ногах, да. То есть, первая игра, Среднегорье, ну, тяжелое было состояние, поэтому как-то где-то были браки, где-то, ну, были такие хорошие достаточно моменты, поэтому средние как бы. Опыта у меня же достаточно, Ну да, да, как бы сказать, то есть и у меня не было никакого волнения, не было ага. ничего, то есть с этим ничего не связано. То есть как бы опыт положительный у кубоков. Тяжелые игры, посмотрели первую игру и можем сказать то, что сборная Египта достаточно мастеровитая такая, то есть есть исполнители, есть игроки, которые могут обыграть один в один, есть командная игра, которая достаточно на высоком уровне взаимопонимания у них, то есть и будет достаточно тяжело.